Итоги конкурса «Рождественское чудо» подвели в Волгоградском краеведческом музее. Он стартовал в начале декабря и посвящен празднованию Нового года и Рождества. Принять участие смогли все, и старый, и млад. Самому младшему участнику 3 года, самому старшему 54. Жюри предстояла непростая задача – выбрать победителей из 400 человек. Конкурс проводился в нескольких номинациях – рисунок, аппликация изделий из глины, пластилина, дерева, вязание, плетение, оригами. «Рождественское чудо» – само название говорит за себя. Вот из наших всех конкурсов, то есть у нас есть масленица широкая, пасхальные сувениры, покровская ярмарка, рождественское чудо – это всегда ожидание чуда. И вот эти все сегодня работы – это настоящее рождественское чудо, которое, вот понимаете, смотришь на них – один только позитив. И сегодняшний день, сегодня Новый год по старому стилю, снег, настоящий Новый год, которого мы дождались, и он плавно этот день влился сегодняшнее награждение. Какие детки были счастливы, вы посмотрите. А какие работы. Это же и елки, и игрушки, и вертеп вместе с Богородицей и с волхвами. Всем участникам вручили сертификаты, а победителям дипломы и подарки. Принимаю участие в этом конкурсе не первый раз, как сама, так и вместе со своими воспитанниками. Конкурс, конечно, очень хороший, очень нравится. Место заняла первый раз. Очень приятно. В дальнейшем, конечно, будем тоже принимать здесь участие с удовольствием. Такой конкурс проведен впервые, но теперь он станет ежегодным. Цель – возрождение и сохранение культурных традиций изготовления работ декоративно-прикладного искусства своими руками, тематики празднования Нового года и Рождества. Все конкурсные работы будут представлены на выставке в музее, которая будет работать до 17 января. Валентина Конышева, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».